Угу, сажаем. Иди. Она так красивая, видите, какая растет. Держите. Глянь, какая, а? Ой, закрывайте, она может убежать. Возьмите, может, кого-то посадить. Валь, позвонила женщина, попросила помощи. Говорит, взяла кошечку с помойки, хотела беременную, хотела, чтобы она родила у нее котят, пойти пристроить и ее потом пристроить. Она начала рожать у нее, было 7 котят. 5 мертвые родились, а 2 по половинке. У одной голова там осталась, а у одного попа. Вот. Но смысл в том, что она просит помощи, говорит, помогите. Денег нет на операцию. Так что, а то, говорит, я ее назад на помойку отнесу. Оказывается, она у нее родила еще в прошлую среду, то бишь это почти неделя. 6 дней прошло уже, тогда она только опомнилась, когда кошка, считай, уже при смерти была, перестала есть, ходить. Рыжуля поступила к нам позавчера с подтвержденным по УЗИ диагнозом перитонитом при разрыве матки. Была проведена экстренная операция. Были установлены две ножи в брюшную полость для промывания. Выделений с каждым днем становится все меньше. Сегодня под вечер выделений достаточно мало. Как сами видите, дрожжи уже, скажем так, сами чистые. Изначально в первый день после установки дрожжей, дрожжи были полностью желтушные, с выделениями. Так, кошечка очень ласковая, добрая, с аппетитом у нас обстоят дела хорошо, единственное, сегодня немножко подснижен.